Здорово, ребят, с вами Алексей, и мы продолжаем проходить кастомную историю Камнезии, точнее модификацию. Тем не менее, если вы читали аннотации, вы уже поняли, что я продолжу, поскольку все мои сейвы-то остались. А самый последний сейв. Так, 26-е. А тут нельзя, вот тут в принципе пойдет. Сейчас мы быстренько добежим. Где там остановился, не помню, на этом сейве. Но остальные сейвы бесполезны, как вы уже успели заметить. Один сейв у башки, один чуть раньше, но тем не менее он также близко и также нестабилен. Ждем. Ждем, не дождемся. Во! Во! Мы прямо у башки. Нужно ее открыть. Итак, у нас дрель неполный. У нас есть ключи. Много ключей. Нет. Нет, нам нужен дрель. Эта дрель не собирается. А, еще одна часть. Так. Тут все ясно. Мы знаем, что у кровати есть еще одна часть. Так, ну что? Концовочка какая была? Я пошел туда. Я сдох на этой хрени. А мы можем просто уйти, по идее. Да ведь? Разумеется. Что же будет дальше? А почему концовка была, когда я сдох, а, в том месте? Это реально концовка, якобы я пошел неправильным путем, попался в какую-то адскую ловушку и крякнулся. Видимо, так. Так, все покраснело. Все залилось слизью. И здесь, походу, больше не поднимемся. Ебать, как же темно. Масло мое, нет у меня его. У меня его нет, у меня трупницы есть, но их ставить можно не везде. Так, красный дымок. Пар. Там тоже, походу, все разъело уже. Мы должны возвращаться в самое начало или куда вообще? Тут монстры не появятся, надеюсь. Я б не хотел. Не привык я к ним. Не было их ни разу, поэтому я и не хочу, чтобы они появлялись. Еще одно. Еще одна такая же хрень. Можно здесь же умереть на ней, и, скорее всего, еще одна концовка будет. А здесь мы не выйдем. В том месте можно было когда-то пройти. Но потом там все залило слизью. А теперь это будет еще хуже. Как же я пройду-то? Так, трупницы здесь вообще не нужны. У меня всего одна трупница осталась. И маслица мне не дают вообще нигде. Печку поджечь. Вот, в этом месте вот. Завалило все, и там было слизь, поэтому там было не пройти. А! Да ну, это куда это? Что-то я сыкую, ребят. Ничего себе. Это где это я? Ну это кухня, в общем. А, до этого была кухня, а теперь она трансформировалась в непонятное. В непонятное место. А, это масло, только не то масло, которое мы используем, походу. Нет, то. Окей. Не признал. Так, а как мне здесь пройти-то вообще? Это вообще можно сделать? Если я закрою шкаф, то можно. Почему бы и нет? А пройти в дверь? Ага! Чё? Чё? Кто? Эта дверь заперта, походу. Это... No place house, типа не мой дом или что это? Повтори мне еще раз. А, не место в моем доме. Я должен найти выход отсюда. В общем, другой выход он имеет в виду. Ой, успокойся. Спокойно. Все хорошо. У него с рассудком проблемы. Причем большие. А у меня никаких трезвинов нету. Вылечиться я не смогу. Он сам постепенно должен прийти в себя. Так, ну ты чё?
Как мы с тобой пойдем? Ползти не вариант. Так, там внутри масла нету? Там ничего вообще нету. Иди в бездну. О, пришел в себя, более-менее. Упал, встал. А, в смысле, я не пройду? Я чувствовал, что меня завалило, но я думал, что мне показалось. Издалека-то не было видно. А как тогда идти? Куда? Где? А поверху не пройдешь. А прыгать вниз самоубийство. В смысле? А вы что тогда самое мне предлагаете? Вон там что-то есть, по-моему, внизу. Так, столбы эти стоят. А куда можно упасть? Тут сейвы как бы не делаются. Ну, делаются, если, допустим, выйду. Могу сделать сейф и выйти. Можно сделать такой вариант. А чё в шкафу мы не смотрели? Куча всяких тарелок, бутылочек, бухалочек мы не пьем. По крайней мере, в этой игре. А, что-то случилось. Судали. Мои родители были not messy. Что-то нет messy они. Ну что, прыгаем? Или что? Все, как бы вариантов здесь больше нет, никаких абсолютно. А поверху нигде не пройдешь. В окно. Нифига они тяжелые. Мешок с картошкой возьми. Хлебушка. Ну ты чё? Гоу на свет. Не знаю, вот мне на самом деле не темно. Возможно, нам светло с яркостью нашей, а вот ему печально. Он ничего не видит. Постоим на свечках. Приходи в себя. Ты чё? По-моему, он глючит не из-за этого. Не из-за темноты, а потому что, ну, ему здесь неприятно находиться. У нас есть дрели все еще. Это было правильно? Я все правильно сделал? Походу, да. Все-таки нужно было прыгать. Но это был бы такой, блин, не совсем очевидный вариант. Я бы опять убился, и, возможно, концовка опять показалась бы еще одна. А может, реально, это и есть конец. Мне, по идее, нужно найти другой выход. А, что случилось? Где я? Какой-то ангел. Каменный. Мама? Нет, чувак. Мама твоя человек, возможно. Если ты вообще человек, если выжил после такого. Тебя уже, по-моему, похоронили. Прям в свою могилку. Как удачно. Походу, мягкая могилка. Он уходит кое-как. А, тут ничего не подписано. Чья могилка вообще? Для чего она? Куда нам идти? Маслица у меня, как обычно. А, какое маслице? Он говорит, он сломал ее. Лампа кокнута. Зачем я подбирал масло, если я сломал лампу? Что за идиотизм? А внизу скелет, скелет здесь, что-то там. Что-то связанное со скелетом. Там даже перевод не нужен. Написано скелетонс. Вспомнил, йогурт раньше был. Скелетоны. Помните такой? Только что о нем вспомнил. Какой он старый был, а уже. Сколько лет прошло? Давно его не покупал уже. Да, в принципе, он не продается уже. По крайней мере, у нас. Уже лет 5-6, наверное, не видел его. Так, это мы случайно не в том месте, где были изначально. Там просто чердак был похожий. В начале. А, вроде он, а вроде бы и нет. Лампы у нас больше нету. И делать здесь больше нечего. Он ничего не берет. Ничего не смотрит, не ищет. Окей. Пойдем тогда гулять, искать. Нет, это другое место, по идее. А может быть, оно изменилось. Может быть. Нет, слишком большое пространство. Что-то мне как-то с трудом верится. Я вот впереди ничего не вижу перед собой. Еще одна, походу, могилка. А перед мной будет какая-нибудь пропасть, и я скончаюсь внезапно. Ему опять печально.
Лампы у нас нету. Свет далеко. Я не знаю, куда идти. Так, мы там были? Я оттуда пришел, нет? А вот я оттуда пришел. Типа маяка, да? А, маяк. Блин, нарисованный. А я лицо. Мне нужно внутрь. Или снаружи, он имеет в виду. Хрен что успеешь. Так, рюмочка пролитая. Место похожее, да? Это прямо оттуда, прямиком. Точно. Походу в этом месте разбросаны части комнаты везде. То есть там был чердак. Здесь это самое тоже. Типа того. Там, где инструменты находились. Мы собирали по частям. Блин, инвентарь не могу открыть. Дрели всякие, ручные. Ну, пойдем на маяк, что ли. Скорее всего, сейчас нас напугают. О, это разгадка. Блин, там были так-то вообще? Стукфаст. Стукфаст. А чё они не пашут-то, почему? Я, по-моему, видел... Один из щитов. Там где-то. Я не хочу идти вниз. Ребят. Я не хочу идти вниз. Можно я не пойду? Они ведь забираться не будут, да? Я пока осмотрюсь. Идти больше некуда. Окей, окей. И чё вам от меня нужно, господа? Они вообще живые? А, вроде двигаются, а вроде бы и нет. Они каменные? Я все равно боюсь. Серьезно, я все равно боюсь. Не хочу идти к ним. Ладно, бежим. Да он не бегает. Зараза. Пронесло. Так. Вот, вижу щиток с книжкой. А толку? Видел я щиток, но там нет ничего. Там нет рычага. Я не могу его поправить, а чтобы рычаг заработал. Этот щиток никак ни с чем не связан. Мы пойдем гулять дальше или что? С ними ничего сделать нельзя. Еще одна могилка. Вон там тоже стоит чувак. Да вот тут везде. Бляха, муха, вот теперь будет страшнее. А если скримеры появятся, связанные с ними? От меня ничего не останется. Мурашки по телу побежали, ребят. Мурашки. Начало уже есть. Так, вон там мы еще не заходили. Вон там мы как бы... Вы понимаете, это части дома наших. Вон тут. А, спальня больше синистер, когда начало от дома и часть чего-то. Вот, кровать, она двигалась. Можно было ее подвигать. Сейчас смысла в этом нету. Здесь кубики опять. А, там записка. А, тьма, это чай, нота. Это место. Блин. Сложно мне английский дается. Вообще у меня по-английскому 5, но... Тут не так легко дается. Читабельно. Английского языка. Слишком много незнакомых мне слов. И связывать их между собой у меня трудновато. Это пустое место. Здесь нет ничего. И почему они появились после того, как я сходил к вышке? Он опять упал, что ли? А нет, понятно все. Могилка. До этого их не было. А когда я сходил к вышке, они появились. Почему, интересно? Почему их не было до этого? Там, где забор, там, походу, идти не стоит. Там нет ничего. А места, где есть лампа, там нужно осматриваться. Ну, допустим, эта хрень тоже окей.
Видел я вас, рассмотрел. Не впервые вижу щиток. Там, здесь. Может, надо, чтобы я, типа, все щиты обошел? Все увидел их. Двое заметил я, да. Допустим, два щита я видел. Наверху нифига нету. Были мы там, смотрели. Возможно, один из щитов находится в той комнате, где мы были. Потому что других мест больше нету. Видел я щитки эти, а толку? Типа, связано с кроватью, да? Типа, мне нужно подойти к кровати, там, возможно, подвигать что-то. А это непонятная мне хрень, похожая на шлем. Это книжка. Может, подсказки, типа, найди книжку, найди что-то в кровати, в каком-то шлеме или... Что имелось в виду? Так, ребят, спокойно. Думать здесь. Вот книжка. Чего связано с книжкой? А это ведь точно, да? Точно! Молодой паренек, глазастый, что ли, или глаза просто, бундерит, медленно, страница, они делят т-т-т, every word, они come across, reaching count. Я прочитал, да? Я могу снова прочесть. Инвентарь появился, все мои вещи исчезли, появился ключ. Зачем-то появился ключ. Давайте проверим. Походу, поскольку я прочел книжку, теперь рычаг с книжкой заработает. Остальные пока что нет. Нет, он не пашет. Ни один из них не пашет. Допустим, я использую ключ. Нет? А если... Что вы от меня хотите вообще, а? А может, ключ я нашел до этого еще? Типа он у меня остался в инвентаре? Есть такой вариант? Типа ключ вообще не нужная вещь? Тогда почему он снова появился у меня в инвентаре? Почему после прочтения книжки у меня не дали возможность потрогать рычаги? Походу, пока я все везде не найду... Я ни одного рычага не потягаю. Есть такой вариант. Как можно было лампу разбить, а? Святая вещь. В такой темной игре. Так, приходи в себя. Где вход? Не вижу ничего. Так, здесь. В этом месте тоже, по-моему, был щиток. Вот что это такое? Что это? Я, честно говоря, не знаю. Я говорил, похоже на шлем. Шлемов здесь нету. Здесь вообще ничего нету. Наверху, по-любому. По-любасу наверху. Чего-то я там, видимо, не нашел. Связанное с этим. Какая непонятная серия сегодня. Нужно искать, блин, что-то там. С тьмой связанная записка. Якобы, походу, я должен оставаться на свету. Это он имел в виду. Ну, я молодец, я нашел записку. В этом месте свет погас. Приходи в себя. Молодец, теперь пошли дальше. В ту комнату, где мы уже были. Повторно обходим по 100 раз все эти места. Потому что сперва ты не поймешь, что с чем связано. Куда и как идти. Что и где использовать. Здесь кровать. Ну, разумеется, я ведь пытался уже. Пытался ее двигать, но она не двигается. Записка на кровати или что? Связано с кроватью. Серьезно ведь? Где-то здесь. Вдруг откуда ни возьмись. Ничего не знаю. Ничего не понимаю. Все записки я прочел. И, по-моему, он засиял ярче.
Хотя могу ошибаться. Не застревай. Нет. Сейчас. Размечтался. Нет. 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 Я, походу, все еще ничего не сделал. Блин, я устал уже, если честно. Ходишь, бродишь, что-то делаешь. Я думал реально, что света больше появилось. Может, реально так и есть? Я, походу, не все еще обошел. Нет, я все места обошел, все записки прочел. Что-то полезное, возможно, там написано, но... Я не могу это решить. Я ведь не знаю. Я даже не вижу, куда я иду. А вот. Немножко просвечивается. А круги нарезаю. Там я не был, но там, по всей видимости, нет ничего интересного. Там я, скорее всего, сдохну. Что-то говорили мне там про свет, типа, оставайся в свету. Или будет печально. Ну я все. Я в панике, я больше ничего не знаю. Ничего не понимаю. Так, ну куча камней. Что-то, может, валяется здесь. Какая-нибудь записка. Записки нет. Там издалека тьма, не пугай меня так больше. Фух. Давайте тогда еще посмотрим. Еще пошаримся. Потому что я уже все. Шариться здесь нельзя. А опрять ничего нельзя. А прочли книжку. А прочли все записки. Вот оно как. Фига себе вы придумали. Что-то произошло. Надеется, он говорит. А как так-то? Замаскированные, прикиньте. Замаскировали. Все эти предметы. Походу, в записках это описывалось, но, возможно, я просто-напросто не понял. Так, уйдите. Во, потрогать можно, не спроставить. Газинг вверх. Три. Конец его. Молодой мальчик. Крякнул. До этого какую-то форму его привезли. Вау. Well, не знаю, не знаю. Я думаю, мы сможем. Как-нибудь найдем нужное нам. Вот только, опять же, я ни хренашеньки не вижу. Что это? Я не удивился бы, если там что-то было полезное. Чего, когда и где тыкать? Отпустите меня. Оба-на. Ничего себе. Еще один. Так, остался последний. Последний, последний. Последний находится где-то слева там, да? Где наш бэдрум находится? Спальня. Там, походу, в шкафу. Я более чем уверен, что я упустил это все. Блин, как же долго. Столько времени потратил на эту загадку. Вот кровать, да, как бы. Но, скорее всего, не в кровати дело. Или нет, или в кровати. По крайней мере, здесь ничего нет. А вот. Уйди, уйди. А, в смысле я... От... Бля, ничего себе. Она еще и в кровище. Нет. Нет. Давайте не надо, а? Что случилось? Они ожили? Или где-то там появился монстр? Что произошло? Между прочим, он не особо-то бегает. Кое-как. Давай. Во, разгончик взял. Не застревай только. Мы почти подошли. Блин, кое-как ноги несет. Кое-как. Чё это были за звуки такие, а? Зачем меня пугали?
А, вроде бы никого. Фу. Ну, я сделал это. Теперь-то мы войдем в маяк. К хорошей концовке близимся, я думаю. Она ведь должна быть хорошей. Неспроста мы столько всего преодолели. А плохую можно было легко заработать. Просто сдохнуть. Это место, что-то там с ним не то. Или то, не знаю. Что-то он говорил, писал, я так и знал, что будет больно. Очевидно. Теперь у него кровушка, скорее всего, идет. Шестеренки. Возможно, мы будем чинить маяк. Это, конечно, не вариант, но есть такая вероятность. Он застревает еще немного. По пути наверх. Длинный-длинный путь. Ну, я, в принципе, ожидал скримера. Я хотел предложить сделать им так, чтобы кто-нибудь скатился по лестнице. Я бы тоже напугался нехило. Они сделали по-своему. Ну да, в этой игре скримеры ты были редко очень. Редко, но метко. Пугал таких... Ой. Сейчас, подождите, маленько отдышусь. Реально, очень редко пугают здесь. Это мой отец. Tonight, I'm bringing the war to life as I walk.